Как известно, курить здоровью вредить. Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, который действует уже 6 лет, запретил курение в общественных местах. Нормы этого закона строгие и необходимо их выполнять. В Славянской администрации состоялось рабочее совещание, на которое были приглашены представители предприятий общественного питания, а также заинтересованных служб Славянского, Красноармейского и Калининского районов. Тема актуальная. Как на практике реализуется в предприятиях общепита антитабачный закон и что нужно сделать для того, чтобы исключить нарушения? Представитель Департамента потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя Краснодарского края в своем докладе рассказала о том, что по результатам проведенного в крае опроса более половины опрошенных подтвердили факты курения на предприятиях общественного питания, что недопустимо. Запрет табакокурения в предприятиях общепита, он установлен законодательно, федеральным законом. Этому закону уже более 4 лет. И если изначально предприятия общественного питания отнеслись к этому очень серьезно, ответственно, вдумчиво, то в отсутствии богатой административной практики в последние несколько лет отмечаются нарушения. Департаментом совместно с управлением краевым Роспотребнадзора взят этот вопрос под контроль, и совместными усилиями удалось достичь значительных результатов. Все собравшиеся были предупреждены об ответственности за нарушение законодательно установленного запрета курения табака. Штрафы предусмотрены солидные, и они реально применяются на Кубани. Контроль выполнения антитабачного закона вполне по силам руководителям предприятий общественного питания и в их интересах его осуществлять. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».